впереди препятствие. Надо обойти его. Отправимся через скалы. Кто-нибудь, помогите! Кто-нибудь, скорее сюда! Как я рад видеть здесь тебя! У нас случилась ужасная напасть! Пришел волк, и он нападает на Кино! А Кино еще не научился летать, он в западне! Выручи меня! Надо как-то отвлечь волка от Кино! Принеси каких-нибудь камешков! Я попробую устроить на волка атаку с воздуха! Мне. Спасибо. Что ж, подлечу поближе к Кино, попробую отвлечь волка. А ну, убирайся отсюда! Оставь в покое беззащитного птенца! Думаете, меня напугают какие-то мелкие камешки? Глупые, вы только еще больше разозлили меня! Ну, держитесь, пернатые! Не сработало. О, придумай еще что-нибудь, помоги мне! Что? С кем ты разговариваешь? Тут есть кто-то еще? Ах, какой же я глупец! Беги отсюда подальше, малыш! Прячься! Ого, привет! Тебе почти удалось меня догнать! Молодчина! А мне пришлось затаиться здесь, как только я увидел волка. Надо спасти Кино и Феофана. Волк говорит, что не боится камней? Ха! Там наверху скалы есть здоровенный валун. Я думаю, такого камня волк точно испугается. Надо добраться наверх до этого камня и столкнуть его. И сейчас не время соревноваться. Надо действовать вместе, как команда. Мне. Я
придумали. А какие у волка глаза были, видали? Вот он дёру дал. Вы молодцы, ребята. Здорово, когда кроме духа соревнований есть еще и командный дух. Каждый из вас хорош в чем-то. Лео здорово прыгает, Тик силен, Яра ловкая, Мартик меткий, Мила проворная, а от Кубы ничего не спрячешь. Вы сильнее всего тогда, когда вы вместе. Никогда не знаешь, чьи способности пригодятся в следующем приключении. А теперь, когда Кина в безопасности, я могу наконец вернуться в свое гнездо. Давайте со мной, ведь вы хотели попасть на вершину большого дерева. Не посмотришь, как там моя плотина? В порядке? Не доверяю я этим харзам. Узнай-ка, не учинили они чего с моей плотиной? А можно тебя на минутку? Дело есть. Слушай, кажется, у нас большие проблемы. Только не говори ничего бобру, пожалуйста. Мы его плотину сломали. Мы просто играли в войнушку, и нужно было укрепить наш пост. Ага. Но мы и подумали, а чего нам искать бревна, когда их у бобра полно? Ну, мы вытащили бревен из плотины, и немного совсем. А плотина взяла и развалилась вообще на ровном месте. Да, помоги нам ее починить, пожалуйста. А то бобер из нас щепок наделает. Бревна, если что, там, на нашем посту. И его надо развалить. Погоди, лучше не подходи так близко. Постройка достаточно шаткая. Ну, мы спешили очень. Лучше отойти и развалить ее метким броском шишки или камушка, а то бревнами придавит. Ой-ой-ой-ой-ой, как больно! Глупое бревно! Скорей, сделайте что-нибудь, чтобы унять боль! Тут, кажется, растет подорожник неподалеку. Не поищешь? Ой,
Ну что, долго еще ждать? Ой, ну вроде лучше. Спасибо. После такой тяжелой и серьезной травмы надо отдохнуть. Но на солнце так жарко. Хотелось бы в тенечек. Может быть, для укрытия от солнца подойдут еловые ветки? Поможешь собрать? Я устал. Продолжим приключения позже. А пока я отдохну. Отлично, беги сюда. Ну да, так немного лучше. Спасибо. О, я так голоден. Чтобы скорее поправиться, мне нужно хорошо кушать. Не соберешь немного ягод для меня? Отлично, беги сюда. О, спасибо тебе. Знали бы вы, как мне плохо. Ой, как болит лапка. Ой. Эй, дружок, ну что там? Как моя плотина? Харзы ничего не натворили? О, это бобер. Я совсем забыл. Надо скорее чинить плотину. Беги к плотине. Сейчас мы принесем бревна. Отлично! Тут нам нужна твоя помощь. Нужно ровно уложить бревна. Давай. Фух! Еле успели. Чуть не схлопотали от бобра. Спасибо тебе большое. Только не говори бобру ничего про нас. Пожалуйста. Так-так-так, дружок, коли плотина цела, возвращайся ко мне. Кстати, я немного украсил наш пруд. Посмотри, как здорово стало. Thank you.
Thank you.